На дорогах Одинцовского округа регулярно проходят профилактические рейды. В рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения» сотрудники ОГИБДД провели социальный раунд по безопасности «Маленький пассажир, большая ответственность». Необходимо, чтобы родители и водители также помнили, что дети до 7 лет ездят сзади в специальном удерживающем устройстве, это в детском кресле. С 12 лет родители имеют право перевозить своих детей, но пристегнутыми ремнями безопасности обязательно, так же как сзади, так и спереди. Помимо частного транспорта, инспекторы проверили и местные такси. Выяснилось, что таксисты также стараются следовать правилам перевозки детей. В салоне каждой из остановленных машин имелись детские кресла, либо установленные на заднем сидении, либо перевозимые в багажнике автомобилей и готовые к использованию. Госавтоинспекторы считают, главную цель социального раунда – повышение уровня безопасности несовершеннолетних пассажиров – можно считать достигнутой. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».